Настя, а ты веришь, что русалки существуют? Ну, я не знаю, может быть, они жили там в эпоху динозавров, но сейчас, в наше время, навряд ли они существуют. Мне приснился какой-то странный сон. Людям часто снятся разные сны, это нормально. Могут присниться кошмары или какие-нибудь добрые сны. Я вот, например, часто во сне летаю и иногда захожу в лифт, а он вдруг падает. Нет, нет, ты не понимаешь, этот сон, он как будто бы... Этот сон, он как будто бы был реальным, настоящим. Понимаешь? Ну, расскажи мне свой сон. Иногда сны рассказывают о будущем. О будущем? Да, есть такие люди, ясновидящие. Они видят будущее, прошлое, ну, или какое-то там настоящее, например, я не знаю. Для этого они, ну, они могут видеть это во сне или когда они проводят какой-то спиритический сеанс с разными какими-то мистическими артефактами, я не знаю. По-моему, таких людей называют экстрасенсами. И ты правда веришь, что это на самом деле существует, что это взаправду все? Пойдем, я тебе кое-что покажу. Пойдем. Сейчас я найду тебе, у меня есть видео, моя мама однажды ходила к экстрасенсу и записала сеанс на видео. Вот, посмотри, эти люди видят призраков и будущее. Ты что, думаешь, что я экстрасенс? Не знаю, но это можно проверить. Ты серьезно? Вполне серьезно, а что здесь такого? Ну как? И я надеюсь, что это не опасно? Нет, ничего не бойся, ничего тут страшного нет. Ну хорошо, давай попробуем. Я сейчас все приготовлю и тебя позову. Я думаю, что ручку достаточно легко разгадать. И если она действительно экстрасенс, она ее увидит. Ириша, у меня все готово, можешь заходить. Хорошо, я иду. Ну и что мне надо делать? Здесь все просто. В этой коробке я спрятала предмет. Попробую направить свою силу и увидеть, что находится внутри этой коробки. Но как? Я не знаю, как это можно увидеть. Что нужно делать? Ну ты просто сосредоточься на этом предмете и говори то, что чувствуешь, то, что видишь, то, что, я не знаю, то, что тебе кажется. Любые образы, которые приходят в твою голову в момент того, как ты хочешь узнать, что в этой коробке, говори вслух. Возможно, ты будешь близка к тому, что лежит там. Ну хорошо, я постараюсь, я попробую. Ну
Ирин, ну ты как? Говори, говори, не молчи, говори все, что ты видишь. Ничего не получается, я ничего не вижу. Вижу только черное что-то, просто черное. Ну попробуй еще. Не спеши. Может получится. Сосредоточься сильно, сильно. Направь всю свою энергию в эту коробку. И увидь, там достаточно простой предмет. Хорошо, я попробую еще раз. Мне кажется, я понимаю, что ты делаешь. Ирен? Ирен, ты как себя чувствуешь? Ирина? Ириш? 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 Ириш, с тобой все нормально? Ирина, Ирина, что с тобой? Черт! Ирина! Наверное, был небольшой скачок давления, но сейчас ей ничего не угрожает. Я написал небольшую рекомендацию по уходу за больной. Нате, возьмите. Спасибо, доктор. Пойдемте, я вас провожу. Больному необходим покой. Это очень важно. Хорошо, доктор. Я все поняла. Мы обязательно будем следить за ее состоянием здоровья. И если что, мы вам наберем. Всего вам хорошего. До свидания. Себя. Ну, как ты себя чувствуешь? Все нормально? Настя, кто это был? Это был доктор. Тебе стало плохо, у тебя из носа пошла кровь, и мне пришлось вызвать врача. У него на руке была черная метка. Черная. Да не знаю, я как-то не заметила. По-моему, какая-то татуировка. Этот человек был из моего сна. Я постоянно смотрела на тебя и переживала за твое состояние. Из того самого сна. Я узнала его. Ты уверена, что это действительно он? Да. Я точно запомнила этот знак. Он везде, повсюду. В моих снах. Ручка.
там, внутри коробки, у тебя была ручка, и я рисовала этот знак. А ты сможешь нарисовать то, что ты видела? Да, наверное. Принеси мне листок и ручку. Да, конечно, я сейчас принесу. Ирина, Ирина, остановись, у тебя кровь, Ирина, тебе нужно отдохнуть, остановись же! Ребят, давайте наберем под этим видео 1000 лайков, подписывайтесь на мой канал и пишите комментарии. Ваша королева мистики.